Махаля – уникальный институт гражданского общества в Узбекистане. Она связывает прошлое настоящего нашего народа, объединяет людей, сближает их. Ведь это не просто место жительства, это образ жизни и тип мышления, многовековая традиция, где за основу берутся такие черты, как доброта, гуманность, милосердие. На это направлены и духовно-просветительские встречи, которые проходят в рамках проекта «Махаля да Дудугеп». Махаля – это маленькая родина. Проект «Махаля да Дудугеп», запущенный в Ташкенте по инициативе главы нашего государства, создает в каждой такой махале атмосферу праздничного настроения, ощущения радости, мира, спокойствия, благодарности. Песни и мелодии откликаются, доходят до самого сердца. Так было и на мероприятии, организованном в Яшнабадском районе. Такие мероприятия в махалях раньше не проводились. Своим творчеством делятся известные артисты. А как талантлива наша молодежь. Такое настроение у всех жителей нашей махали. Прям хочется со всеми вместе радоваться, петь и танцевать. На мероприятие пригласили членов, нуждающихся в социальной защите семей, представителей старшего поколения, молодых людей, проживающих в махалях Амир Тимур, Орта Мачит и Уисозлар. В рамках встреч провели мастер-классы, где профессора и учителя делились секретами театрального искусства. А фольклорные номера вместе с артистами напевали и сами зрители. Для такой молодежи, как я, которая сегодня занята учебой, курсами, кружками, это просто удовольствие, мотивация. Еще один способ наполнить запас сил и двигаться дальше к намеченной цели. Здесь же прошла и выставка образцов прикладного изобразительного искусства местной молодежи. Изделия, сделанные с любовью и теплотой души, привлекли внимание публики. Очень красивый концерт организовали. Получила огромное удовольствие. И отдохнула, и такая гордость переполняет. Такие молодцы все ребята. Огромная благодарность всем организаторам. Запомнится надолго и гала-концерт, который прошел в Центре культуры Учтепинского района. Яркое и проникновенное творчество юных талантов оценили жители сходов граждан Берлик и Уткер в рамках проекта, который, кстати, уже охватил все 575 махалей города Ташкент. Главные организаторы стали Хакимият и Министерство культуры отмечали, насколько важно дарить жителям праздничное настроение, а еще раскрыть удивительные таланты современной молодежи. Национальные песни и танцы, отрывки из оперы, выступления детей с ограниченными возможностями, современная эстрада. В общем, проект подарил яркие образцы разных жанров. На картете представлены лучшие детские исполнители музыкальных школ города Ташкента. И это, конечно же, еще раз говорит о том большом внимании, которое предоставляет руководство нашей республики развитию детского и юношеского творчества в нашей республике. Конечно же, очень рад, что такое большое внимание сегодня предоставляется, уделяется развитию детского творчества. Цель проекта «Махаля да Дудугеп» – это через ассорти разнообразных видов искусства передать чувство благодарности, отразить глубокие ценности народа и каждого гражданина в отдельности. Конечно, такие события на родной улице еще больше объединяют, вдохновляют и радуют. А потом об этом говорит вся махаля.